Всем привет, с вами Анко. You know, I think I'll tell you the story of my life. Так, попоем факт 20. Всего 20, представляете? Что я хочу сейчас, чтобы вы поставили мне лайк и подписаться обязательно. Это мне это дает мне мотивацию. Больше и больше и больше буду снимать для вас. Как думаете, почему 20 фактов? Чего мне 21 лет? И почему я нашла такие факты, что обо мне много еще можно знать? Давайте посмотрим. You know, I think I'll tell you the story of my life. Итак, первый факт. Я очень люблю делиться новостями, которых я могу делиться. Например. Ну вот, например. Что-то произошло, что-то случилось, что-то интересное началось. Я это расскажу обязательно своей подруге, своему парню, друзьям, всем и даже маме. Я с мамой болтаю очень долго, можно 2-3 часа. Мама устает меня слушать, потому что у меня очень много-много новостей. Итак, второй факт. You know, I think I'll tell you the story of my life. Я очень люблю музыку слушать, это мое вдохновение, мотивация, хочу слушать больше и больше, могу наизусть выучить песню быстро. Итак, третий факт. You know, I think I'll tell you the story of my life. Для меня и вообще подходит все это знают. Мое любимое место это фотостудия. Фотостудия. Что это такое? Сейчас покажу вам. You know, I think I'll tell you the story of my life. Поняли, что такое? Вот. Я люблю почищать туда, фотографировать. Меня камера любит сильно. Я тоже его люблю. Я планирую купить свой фотоаппарат. You know, I think I'll tell you the story of my life. Четвертый. You know, I think I'll tell you the story of my life. Мой любимый, обожаемый цвет, вот, фиолетовый, лавандовый цвет. Лабандовый. Пятый факт. Я слабослышащая. Люблю показывать жестами рыжа. Как дела? Что делаешь? Хочу с тобой познакомиться. Не забудь со мной подписаться. Шестой факт. Я вечная блондинка. Впрочем, это уже совсем другая история. Я родилась такой. У меня не было ни коричневого цвета, никакой. Я блондинка, так и была, так и будет. Мои волосы не любят красить. Например, я покрашу коричневый цвет, он через 2-3 дня смоется и исчезнет. Всё. Мой факт. У меня на теле стоит 3 татуировки. Вот, дальше покажу. Мой факт. Это грустно. 15 лет я получила серьезную травму. А потом я расскажу попозже. 9-й факт. Во время депрессии, стресс, я всегда ем сладкое, но не поправляюсь и вес не добавляюсь. Наоборот, стресс уменьшается все время. Я ем, энергия больше отнимает, например. Вот. Это очень интересно. 10-й факт. Я очень стеснительный человек. Вы это не видите, но правда она и есть. 11-й факт. Я носила брекеты. 17 лет. Сейчас у меня зубы красивые, ровные.
Могу улыбаться. Винатика. Кто не знал, я ношу свои очки. У меня зрение -1.25. 13 факт. Я люблю тратить деньги на одежду, на косметику, которую я не буду носить, пользоваться. Просто купила, он поначалу одевать и все валяется. 14 факт. Люблю украшать комнаты. Это моя любовь. Как можно не любить украшать комнаты? Например, вот. Я купила вешалку. Все сделала красиво. Свет красивый сделала. Все. Мне как бы не нравится. 15 факт. У меня есть свой ТикТок. Там страница у меня находится 40 000 подписчиков. Я удивлена, что так много меня подпишутся. Я надеюсь, что на Ютубе тоже будет так. Меня подпишут много людей, потому что я очень интересный. Я буду показывать вам много интересных видео. 16 факт. На бровистом, кто не знал. Но, к сожалению, я не работаю на бровист, потому что мне не повлияло никак. Мне не интересна эта работа. Мне интересно другое направление. Я люблю монтировать видео, люблю обрабатывать фотографии. Что-то вот это мне больше влияет, вот я хочу еще монтировать, а вот брови мне как бы не интересно. 17 факт. Really honest, made me guess. And now люблю рисовать грим. Грим я обожаю, люблю рисовать, потому что меня это сильно мотивирует. Я скоро восстановлю это все, буду больше рисовать, помню все. 18 факт. Я очень спокойный человек. Это проблемы, это не знаю, политика. Я игнорирую это все. Я очень спокойный человек. Живу как есть, потому что это все исчезнет, когда не будет. Это все пройдет. 19 факт. 1 класса обожала книги любила, читала, писала сочинения. О чем эта книга? Почему такая тема? Я писала, любила, я всегда побеждала. Мне подарили много подарков, где-то я любила. Сейчас, к сожалению, я бросила читать, потому что мне неинтересно уже. Я хочу что-то другое. The time to please you, I'll pack all your things away. You're welcome. 20 факт. Ненавижу математика и геометрия и алгебра. Почему, я не знаю, у меня вся школа стоит оценка 3. Я экзамен взяла на тройку. Кое-как я пахала, давала экзамен на 3. Это не мое, математика. Мне плохо становится. Я не могу решить, могу их понять, что так, как решить, как учить ответ, как решить эту помощь. Всем интересно мы знать мои факты. Они очень данные, которые вы не знали. Теперь сейчас вы все уже знаете мои факты, мою жизнь, моя личная все. Тишать. Подписывайтесь.